become 11. Once flowing, original love, I'm blowing at the comb my home. You wanna say to me your plans, you come with another reason. Я думала, это займет не более 5 минут. Красота останавливает время. Поднимите голову, пожалуйста. И не жуйте. Я понимаю, вам срочно на визу. Угу. Так что, если дадите телефончик, я мог бы... Спасибо, я замужем. Милее, смелее, понимаю. Когда будешь обрастать счетчик, мне покажешь, ладно? Ребята, быстрее столы, пожалуйста. Давайте, понесли, давайте, вам уже надо накрывать. Нет, нет, я вас слушаю. 3 часа до банкета, пожалуйста. Все, начало в 7, но вы приезжайте, когда сможете, Сергей Вадимович. Будем очень рады. Конечно. Приборы, пожалуйста. Какие мы молодые были тогда. Счастливые. Вы, Саньки, смешные такие. Это подарок? А, да. Твой фирменный стиль, там гравировка под крышкой. Последняя коллекция из Италии, как себе выбирал. Надеюсь, тебе понравится. Хорошо. Да, я, кстати, когда о вашей свадьбе узнала, очень удивилась. Потому что дело и умное, они, в принципе, несовместимы. Хотя, судя по всему, бывают исключения. Света, а что у нас дальше по сценарию? Так, после возраста Борька гаснет экран, появляются ведущие, а ты должен еще музыку утвердить обязательно. Не, в музыке я не силен, давай сама. Найди мне момент, где мы уже в общежитии празднуем. Хорошо. А мне еще в офис надо. Что-нибудь еще, Ладушка? Нет, Светочка, спасибо. Пожалуйста. Всегда пожалуйста. Держи. С днем свадьбы! Ура! Малыш, у тебя опять кофе сбежал. Ты неисправим. Поздравляю. Спасибо. Ты почему до сих пор не одет? А тебе не нравится, как я выгляжу? Нравится, но при таком начале от платья можно ожидать всего чего угодно. Сегодня никаких платьев. Аня, мы с 15:07 должны быть в ресторане. Я не хочу в ресторан. Что значит не хочу? Сергей Вадимович с женой обещали быть. Влад, ну это же наш день. Ну при чем тут твой директор? Мы сейчас выпьем шампанского, пойдем на наш мостик, посмотрим, сколько замочков счастья там появилось. И вообще, у меня для тебя сюрприз. Какой? Влад, у нас с тобой будет маленький. Аня, ну мы же говорили с тобой, что сперва с ипотекой разобраться надо. Ань! Иди сюда. Ну, иди сюда. Ну и реакция. Ты не рад? Да нет, рад, конечно. Сколько уже? Я думаю, месяц, полтора. Как тебе имя Максимка? Мальчик, что ли? Надеюсь, что да. Но надо бы проверить. Ну... Во всяком случае, выражение лица у нас точно мужское. Аня! Ё-моё, ну и шутки у тебя! Правда, он прелесть. Где ты его взяла? На улице нашла. И что, ты собираешься его оставить? Да. А тебя не смущает, что у него глисты, блохи? Он нормальный. Если ты хочешь знать мое мнение, то я против. Ну ты посмотри, какая прелесть. Да убери ты его от моего лица! Ань, нам через полчаса в ресторане надо быть. Ой. Почему ты все решил за меня? Я не хочу, чтобы наш с тобой юбилей превратился в бизнес-встречу. Да ты понимаешь, сколько денег я на это потратил? Людей с работы пригласил. Да у
помири ты его с подушки. Ты видишь, у меня аллергия началась. Ты вообще о ком-нибудь, кроме себя, думаешь? Да. Маленький. Нет, нет, все по плану. Ждем вас 7 часов. Да. Ага. Значит так. Через 10 минут мы должны выйти из дома. Признавайся, куда дел жену? Чем она у тебя таким болит, что на звонки не отвечает? Эгоизмом. Подожди. Ей что, подарок не понравился, что ли? Ладушка, ну не переживай, ты молодец, ты все делаешь правильно. Эта Анька, наоборот, в последнее время какая-то странная стала. С нами совсем перестала общаться. А мы, знаешь, бывает, с подружками договоримся в кафе встретиться. Но на 15 минут прибежит, сразу уходит. Ну, я ей звоню, она часами трубку не берет. Хотя она же у тебя овца. Ну, в смысле, овен по гороскопу. У них в этом году нестабильное эмоциональное состояние. А еще непреодолимое желание что-то поменять в личной жизни. Понимаешь? Может быть, буря на нее магнитно влияет, я не знаю. Точно. Буря. Ладушка, слышь, какая песня играет? Пойдем потанцуем. Ну, не кисни, пошли. Нет, Свет, я не танцую. Да вообще мне пора уже. Ну и куда ты так летел? Да я думал, проскочу. Как ты? Голова не болит? Не тошнит? Может, в больницу все-таки? Да нет, нормально все. Зовут тебя как? С утра Максимом звали. Максимка, значит. И откуда ты только взялся, Максимка? Из Киева. Так, ну гаишников мы с тобой до утра ждать будем. Это точно. У тебя вроде не все так страшно. Может, договоримся? В смысле? Так я же виноват. А я вискарем накидался. Ну что, гаишникам отстегивать, что тебе ремонт оплатить. Только с тобой договориться проще и дешевле. Ну, я не против. Вы что хотите? Чтобы наш йогурт боялись покупать? В этой презентации отталкивает все. У моей жены даже возник страх ожирения. Я вас прошу, давайте говорить предметно. Хорошо, предметно. Что это за слоган? Если съесть вкусняшку. Вкусняшку. Вот видите, я забыл. А слоган должен быть лаконичным, легко запоминающимся. Я думаю, дальше имеет смысл обсуждать не с вами.
Вы пока проходите. Я буквально на одну минутку, и мы с вами все обсудим. Мы сейчас договоримся. Может быть, и Сергея Вадимовича беспокоить не придется. Ты что, в офисе ночевал? А где еще? У нас же дома теперь Максимка живет. Ну, я придумаю, куда его деть. Я тебе купила таблетки от аллергии. Вот. Слушай, ну не могу же я его сейчас выкинуть на улицу? Конечно, лучше меня выкинуть. Ань, слушай, извини, у меня очень важная встреча. У меня тоже важная, Влад. Мне сегодня до 6 нужно успеть отдать документы. Фотографии, паспорта на визу. Черт, я забыл. Я не успела сфотографироваться. Ну, можно же еще срочно. Свет, ну что там? Иди к нему быстрее, он пытается дозвониться к Сергею Вадимовичу. Блин, у меня 1000 дел, и все срочно, понимаешь? Да, Сергей Вадимович, я к вам. У меня нет другого выхода. Потому что то, что предлагают ваши креативщики, бессмысленно и бестолково. Виктор Андреевич, подождите, я провожусь. По-моему, он просто старый дурак. А я молодой. Нет, ты у меня умный. И ты запросто придумаешь и реализуешь новую идею. Новую нельзя. Это идея увеличится замдиректора. Ну, попроси еще немного времени. Тебе надо отдохнуть. И все получится. Но если мы сегодня не сфотографируемся, мы не сделаем визы, и море накроется. Сфотографируемся. Сфотографируемся. Да разве ты не видишь, что у меня проект рушится, а у тебя один отдых на уме? Деньги пропадут. А где я, по-твоему, беру эти деньги? Здесь! Если меня уволят, не будет ничего. Ни морей, ни шмоток, ни квартир. И ведь самое удивительное, что бы я ни сделал, все не так. Ресторан не так. Цацка дорогущая, нос воротит. Ну чего тебе еще не хватает? А ты хоть раз спросил у меня, нужно ли мне это? Да не нужны мне твои дорогие цацки, которые ты отправляешь покупать Свету. Мы с тобой 5 лет женаты, и ты не заметил, что я украшения не ношу. А что ты обо мне знаешь? Ты знаешь, о чем я думаю? О чем я мечтаю? Что я чувствую? Чем я увлекаюсь? Сделай хоть раз что-нибудь для меня. А для кого я, по-твоему, все это делаю? Ну что мне сделать, чтобы ты довольна была? Луну тебе купить, солнце, по канату пройти, спеть, плясать, что? Да хотя бы спеть. А когда мы последний раз с тобой танцевали вместе? Ой. Когда ты мне последний раз говорил, что ты любишь меня? Тебя интересует только твоя работа, твой директор. Тебе надо жить с роботом, но не с живым человеком. А тебе клоун нужен. Да ты мне нужен. У нас не было медового месяца, мне показалось, мы заслужили. Вот подушка и плед, как ты просил. Тебя там ждет очень суровый замдиректор. Что-то еще, Владушка? Понимание любви. Не знаешь, где это взять? Ты хочешь меня унизить? Или ты действительно собрался искать понимание и любви у Света? Считай, как хочешь. Я устал. Отвезти. Презентацию проведешь, а потом до среды, до подписания гулять не хочу. Каникулы, а не командировка. Но ведь праздники же, Наталья Петровна. Какие праздники, Сергей? Майские. Ну вот и отпразднуешь их в Украине. Иди, иди. Ну ты слышала? Мегера. Все праздники медным тазом. Наталья Петровна! Я уже к этому проекту подключил Шумского и Ждана. Надеюсь, на завтрашнюю презентацию вы придете подготовленными. И у вас появятся такие новые перспективные разработки. Иначе сам понимаешь. Это в мусорку. Подожди, надо подписать.
Нет, ну с ума все просто посходили. Сами не свои. Аня тоже странная какая-то. Я вообще ее не знаю. Вот Катьку помнишь? Катю. Вот у нее было точно такое настроение, когда у нее любовник появился. Нет, Аня не такая. Я просто к слову сказала. А ты обедать? Подожди, пожалуйста, я с тобой. Нет. Фотографироваться. Не пойдешь в отпуск? Точно? Ты же все новогодние праздники отрабатывал, чтобы сейчас в отпуск пойти. Садись. Что-то случилось? Нет, все нормально. Ну, просто я потом, может быть, летом. Ну, смотри. Наталья Петровна, а можно я в Киев поеду? Вместо Сергея? Нет, я Сергея на машине отправляю с буклетами и стендом. Киев дал согласие буквально на днях, а перед праздниками, сама понимаешь, с билетами ни на самолет, ни на поезд ничего не достать. Ну, так ведь я тоже могу на своей машине поехать. 10 часов за рулем? Анечка, ты что? Ну, пожалуйста, Наталья Петровна, мне очень нужно. Если очень нужно. Спасибо. Опять не то? Плохо. Плохо. Ай. Знаете что, давайте я завтра приду. С новой прической, макияжем. А лучше с новым лицом. Что? Леди, не обращайте внимания на этого хама. Он снимать не умеет. Пойдемте, я сам вас сниму. У вас необычное лицо. Ты что себе позволяешь? Да я 4 раза ее снимал. Под 1000. Привет. Привет. Ты меня искал, что ли? Да нет, в принципе. Сфотографироваться пришел. Я в Киев, еду на машине, не в командировку, соседка зайдет завтра, заберет котенка, мне не звони, хочу побыть одна. Взять с собой. Давай договоримся. Я тебе что-нибудь вкусненькое привезу. Договорились? Договорились. Аппарат абонента выключен или находится в вне зоны... Присаживайся. Ты же из Киева? Ну да. Предлагаю тебе съездить на недельку домой. За мой счет. И зачем? Понимаешь, у меня жена поехала туда. Не то чтобы я ей не доверяю, но... В общем, я хочу, чтобы ты проследил за ней. Сфотографировал и выслал фотографии мне. С этим лучше справится частный детектив. Так обстоятельства сложились, что время не ждет. Прям как в песне. 1000 баксов. Плюс суточные. Вот аванс. А это и есть твоя жена? Да. Мне кажется, она не может тебе изменять. Почему? Почему? У нее глаза такие, они не могут врать. Я так не думаю. Интересно. У меня проблемка, у меня фотик накрылся мой. Это не проблема. Решим. Пойдем.
Да. Алло, как дела? Все отлично. Связи на трассе не было. Я ничего не слышу. Что у тебя там так орет? Ну, теперь нормально. Ну, как дорога? Да, отлично, все, едем. Ладно, наблюдай за ней. Как доберетесь, позвони. Ну, конечно, сейчас вышлю им МС-ку, а завтрашнего дня, как договаривались. Полные отчеты. До связи. А, подожди, подожди, а что за музыка у тебя играла? Рок, прикольный сборник. А, хорошо, жду отчета. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Только нагадь мне там собака, я тебе голову откручу. Ну где ж ты там? Как там тебя твари? Максимка! Максимка! Макс! Ладно. Смотри, что у меня есть. А? Французский деликатес очень вкусный. Хочешь? Давай, конечно, будешь. Давай. Ну, вылезай. Я тебя с 30 этажа спущу. Максимка. Давай, скинчет на выход. Кредит закончен. Кто на машине едет? Кто в магазине? Давай, выспись там за меня. Кто на машине едет, останавливается. Гуляет туда-сюда, потом опять по машинам. 3 метра проедет и опять останавливается. Я пока проследил за ней до гостиницы, я думал, у меня ноги отвалятся. Она на каблуках, между прочим. Романтичная, наверное, натура. Да, повезло тебе, одноклассник, повезло. Приоделся, приайфонился. Так у нее любовник есть или нет? Слушай, мне самому уже интересно. Она? Да. Симпатичная у тебя работенка, ничего не скажешь. Слушай, а давай я с ней закручу. Мне удовольствие, а ты зарплату управляешь. Илюха, ты в своем репертуаре? Ну, согласись, это гораздо удобнее, чем бегать за ней по всему городу. Где скажешь, там и встречу. Закинем в сеть, прикольнемся. Денег опять-таки заработаем. Слабо? Нет, это не слабо, вот только она тебе не по зубам. Да ладно. Давай как в школе, старый добрый спор. Если ты сфотографируешь наш с ней поцелуй, с тебя ящик пивом. А если я ее в постель затащу, не меньше 3. Иди ты лесом. Звони мне, кстати, на киевский. Я старую сим-карту в телефон ставил. Дурак ты, Максимка. А хочешь, я тебя в приют для животных отдам, в хороший. Значит так, жить здесь будешь. Если будешь ходить в туалет по-человечески, на горшок, понял? Уходите уже, да? А, большое спасибо за помощь. Презентация прошла замечательно. А вы не заблудитесь? Могу проводить до гостиницы. Нет, спасибо, у меня есть путеводитель. Ну, а как насчет вечера?
Как вы смотрите на ужин в лучшем ресторане Киева? Не сегодня. Прощайте. Трогательная история. Серо-персидский кот был любимцем посетителей местного ресторана. Но однажды ночью возник пожар. Пантюша не успел выбраться и погиб. Сейчас существует поверье, что бронзовый кот исполняет желания. У вас есть прекрасная возможность загадать желание. Прошу вас. Прошу обратить ваше внимание на памятник Ярославу Мудрому. Памятник был установлен по эскизу известного скульптора Ивана Кавалеридзе. Шановник Яны та гості нашого міста, за хвилину за екологічний транспортний засіб вирушить у захоплюючу мандрівку вулицями нашого чудового міста. Правильний вибір, пані. За кілька років ці твори будуть коштувати мільйони. Що мільйони? Я говорю, со временем эти картины будут стоить миллионы. Почему? Автор этих картин – мой пес. Вы хотите сказать, что это рисует ваш пес? А вы их продаете? А вы хотите, чтобы было наоборот? Выбирайте лучше из раннего. В молодости он меньше халтурил. А если хотите, Ван Сент может нарисовать ваш портрет. А, нет, спасибо. Ну, раз так, тогда презент. Ой, спасибо. В качестве провакции. А давайте я у вас куплю эту картину, а вы отвлечете того парня с фотоаппаратом. Вот этого? Не надо. Спасибо. Молодой человек, я не разрешал вам фотографировать мои картины. Извините, вы ошиблись. Я видел своими глазами. Мои коллеги могут подтвердить. Так что стирайте немедленно или платите. Смотрите. За каждый снимок. Здесь нечего стирать. Посмотрите. Да, действительно. Извините. Возраст. Ничего. Thank you.
Добрый вечер. Добрый вечер. Простите, а да. Не могли бы вы мне помочь? Конечно, я слышу вас. Дело в том, что там на улице, на лавочке, молодой человек, он меня ведь не преследует. Угу. Я вас понял. Одну секундочку. Спасибо. Прошу прощения. Да. Наша гостья обратилась к нам с просьбой. Она обеспокоена, что вы ее всюду преследуете. С чего вы взяли? С чего я взял? А вот это что? А вот это? А вот это? Тебе чего от нее надо? Да я просто фотографировал симпатичную девчонку. Значит, с этого момента ты ее не фотографируешь. И тебя здесь больше нет. Понял? Если понял, что сидим? Ваша проблема решена. Можете не волноваться. Спасибо. А что он хотел? Знаете, на маньяка он точно не похож. Весна. Он фотограф, романтик. Вы интересная, симпатичная девушка. Вот у парня голову снесло. Можете не волноваться, но к нам обращайтесь. Ясно. Спасибо. Да. Ку-ку. Ты еще здесь? Да, я чаек тебе принесла. Спасибо. Может, хватит работать? Наверное. Смотри на себя, глаза красные, вид уставший. Куда это годится? Есть немного. А у меня хорошая новость. Ну, давай. Я вчера, когда провожала нашего вкусняшку в кабинет Сергея Вадимовича, я разговорила его и взяла у него номер телефона. Сегодня позвонила, долго обрабатывала. В общем, он согласился подождать до послезавтра. Слава богу. Молодец. Светка, ты настоящий друг. Да ладно. Я просто делаю свою работу. Ты же не можешь постоянно все тянуть один? Нет. С меня причитается. О, отлично. Тогда подвезешь меня домой? Ну, сегодня магнитные бури, и у меня голова квадратная весь день. Конечно. С удовольствием. Отлично. Просто ты желтую флешку не видел? Здорово, где Илюх? Здорово. Привет. Ну что там с барышней? Засекла меня? Я тебя поздравляю. В первый день так облажаться. Эх, потому что находит и смотрит. Вперед-назад, влево-вправо. А был бы я там, тебя бы сейчас и пиво было, и клиент удовлетворенный. Да хватит пробу нести. Ну, хочешь, переиграем. Возьмешь у нее номер телефона, я тебе ящик пива поставлю. Затащишь в постель, мотоцикл отдам. Но если проиграешь, с тебя фотоаппарат и мобильный. Да иди ты со своими спорами. Мне и так все это подпаривает, если честно. Мужик у нее дурак, нет у нее никого. Ей просто, просто тоскливо. Ой, вы посмотрите на него. Да по ней же видно, что она с жиру бесится. Так развлеки ее. Клиент тебе спасибо скажет, ты сам на кладе не останешься. И потом, если мой мотоцикл пару тысяч забросит, он как новый бегать будет. Ну и про сайт не забывай. Ну что ты лепишь? Это я к тому, Максим, что если сам заработал, дай другим заработать. Меня вообще тошнит по всему городу за ней мотаться. Да и охранник еще этот. Ну что ты паришься? Кинь этого перца московского и все. Да, Илюха, изменился ты. И не в лучшую сторону. Да, теперь ты будешь долго отсюда выбираться. Так мне же назад, центр. Это как раз против шерсти. Слушай, ну а вдруг застрянешь? Может, пока кофе выпьем? Да нет. Что-то я правда устал сегодня. Засыпаю уже. Тогда предлагаю вместо жесткого офисного дивана мягкое раскладное кресло. Чисто по-дружески. Спасибо. Я сегодня домой. Вы с Аней помирились? Она в Киев уехала на 5 дней. В командировку. Ну, тогда до завтра. Спасибо. Пока. Доброе утро. Доброе утро. Прекрасно выглядите. Спасибо. Хорошего вам дня. До вечера. От идеи создания компании
До первых строк в рейтинге строительства прошло 3 года. Данный результат для меня это прежде всего подтверждение правильно выбранного. Ну чё ты? Мы есть хочешь? Я в курсе практически всех деловых сейчас покормлю. Которые происходят в мире. И сопоставляя их со своими, компания создает новое, улучшает уже созданное, используя новейшие инженерные технологии. Лично я хочу строить интересные, современные, с архитектурной точки зрения здания, удобные для работы и жизни. Вот. Давай. Молодец. You're coming out as long, you come 11. Wine's flowing, a regional love. I'm blowing at the comb my home. You wanna say to me your plans. You come with another reason. Красота. По китайскому гороскопу в этом году должны быть яркие цвета. Красный, оранжевый, желтый. Четкие фигуры. Это, между прочим, сам Василий Мармерий. Последний тренд сезона. Только не переживай, пожалуйста, я заказала в интернете с большой скидкой. Ну как? Ну, пассиансы были безобиднее интернет-магазинов. Слушай, у тебя какая-то песня играла минут 15 назад. Да. Включи ее еще раз, пожалуйста. Хорошо, я думала, ты не любишь музыку. Вот. Нет, какая-то другая играла. Нет, это была. Да? Ладно. Подожди, это просто не самая удачная песня у Мити. У него есть гораздо лучше сейчас. У Мити? Мити Скворцов, ты не знаешь, что ли? Между прочим, тоже девочка. Что значит тоже девочка? Ну, ты не знаешь, Ладушка. Так же, как и ты, Влад. Дева по гороскопу. А у девы сегодня, где она есть, очень многообещающий день с большими переменами в жизни. А особенно личной.
Это, по-моему, вверх ногами висит. Ладно, можешь не искать. Пожалуйста. Спасибо. Еще? Нет, спасибо. Детский сад. Добрый вечер. Добрый вечер. СН. Он закрыт. Его чувства спят, как потухший вулкан. И что, совсем ничего нельзя сделать? Будем будить его изнутри. Чувство будет просыпаться в нем от самого сердца. Нам предстоит очень долгий путь. Ой, нет, долгий не годится. Она приезжает через 3 дня, мне потом к нему вообще не подступиться. А простите, можно как-то вулкан разбудить побыстрее, пожалуйста? Истинные чувства опустились в глубины его сознания. Другая женщина наложила на него заговор верности. Очень сложно. Это половина задаток. У меня через неделю будет премия.
Пожалуйста, я вас очень прошу. Раиса Ивановна, спасибо большое. Я с Максимкой пока справляюсь. Как скажете. Привет. Ну чего? Скучал без меня, а? Все сокрытые чувства, эмоции вырвутся из заточения его уснувшей души. Тайное желание, помыслы, устремления. Ложь обратится в правду. Что-то индийское или китайское? Мой бывший из КГБшников был оттуда и приволок. Тогда все, что могли, то и волокли. Твой мужик молодой. Ты его венцом подпои, туда таблеточку кинь. Сама приоденься, губки, глазки подкрась. Он захочет, сдержаться не сможет. А потом, когда уже протрезвеет, поздно будет. Да-да-да-да. Я своего нынешнего так и заарканила. Но телесная связь непрочна. Нам предстоит долгий путь по владению его душой, разумом, чувствами. Вот моя 5% скидочная карта. При покупке абонемента больше, чем на 10 сеансов, скидка возрастает до 10-15%. Но предложение действует только до лета. Спасибо вам огромное. Я даже не знаю, как вас благодарить. Это дар, милочка, тяжелейшее бремя. Крест, неспосланный нам, чтобы помогать страждущим. Ведь все ваши горести мы пропускаем через себя. Кстати, ты две таблеточки кинь, а то лежалы они. Столько времени прошло, моего бывшего уже и в живых нет. Одна, может быть, не подействует, а две наверняка. А потом, когда уже все произойдет, ты подсуетись. И не забудь про долгий путь к сердцу. Ребята, быстрее, быстрее. Давай, давай. Дыра закрывается, у нас санитарная ночь по домам в люле. Серега, на ключ там закрой. Окей. Да, Макс. Я думал, ты лоханешься, ты молодец, боец. Телефончик раздобыл. Ну, я как обещал, с меня пиво. Действуй дальше, на подходе мотоцикл. Я распечатаю, что против. Да ради бога, не жалко, краска казенная. А что, классный бобец. Не, не фонтан. Макс, в следующий раз больше нижнюю часть фоткай. Че это не фонтан? Все при ней. Вон, почти трешечка. Слушай, это настоящий или тюнинг? Все у нее нормально, запарили. Все. Сменили тему. Опа, опа. 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 Ой. Максимка, возьми меня, я хочу мотоцикл. Да пошли вы. Ты адекватный вообще? Света, что случилось? Да меня обокрали только что. Вы захватили сумку, а там все, понимаешь, там абсолютно все. Документы, ключи, деньги, все. И еще и промокла, мне идти вообще некуда. Я могу у вас остаться, пожалуйста. Да, конечно. Проходи, оставайся. Может, тебе чай сделать? Если есть вино, я буду вино. А вино? Чистые полотенца слева. Дело. Я потом домой заберу, постираю. Мы все равно с ней, когда в общежитии жили, постоянно друг у друга шмотки таскали. У нас же с ней один размер. Да, конечно. Слушай, у нас тут с мебелью проблемы. Диван пока не привезли. Поэтому
Ты в спальне ложись? Угу. Ну, а я... А я что-нибудь придумаю. Предлагаю выпить за понимание, любовь. Ну, давай. Владушка, ну ты что, такой толст до дна? Скисло, что ли? Огромное тебе спасибо за ужин. Отлично посидели. Я вообще по вечерам стараюсь не есть. Сегодня прям жор какой-то напал. С чего бы это? Ну, главное вовремя остановиться. А о чем ты сейчас думаешь? Да ни о чем. Спать уже охота. Ну ладно. Давай. Я в спальне не лягу. Так у нас больше негде. Ну вот именно. Я валилась к тебе среди ночи, теперь ты из-за меня не выспишься. А у тебя завтра получается очень тяжелый день. 4 встречи, 12 совещаний из седых. Нет, ты устанешь. Давай, иди ложись, я буду сидеть здесь на кухне. Свет, ты че? Или мы спим вместе, или ты спишь один. Как скажешь. Y'all wanna call her up.
Нагадил. Нагадил. Тварь такая. Привет. Что у тебя там случилось? Доброе утро, Владушка. Ничего, забыла, что у тебя кот испугалась. Думала, мышь. Понятно. Я тебя прибью, скотина. Извините, пожалуйста. Ничего. О чем? Весть? Покупаем шляпку, девушка. А можно примерить? Да, конечно. Пожалуйста. Ой, вам очень хорошо, красавица. У нас вообще очень большой выбор. Вот, посмотрите, есть еще вот такая вот. Это очень к вашему платью подойдет, такая кокетливая. Вот, смотрите, еще у меня и шляпка, вот это вам пойдет, да. Ну? Ой, как вам идет. Это вообще ваш цвет. Нравится, да? +7 916 331 5 4 7 7 7 3. Алло. Да, я слушаю. А, извините, я ошибся. Ну, вот это классное. Ну, так берите. Девушка, берите, я вам скидочку сделаю. А, да, я возьму. Берите, вам очень хорошо. Пожалуйста. Носите с удовольствием. Спасибо. Ой, нехорошо мне. А вроде выпили вчера по 2 глотка. А ты чего грудь вытащила на показ, как в музее? Прости, Владушка, я не заметила. Скромнее надо быть, Света. Странное у меня состояние. А чего бы тебе сейчас хотелось? Чтобы башка болеть перестала. Ладушка, ты сейчас ничего не чувствуешь? Необычного. Чувствую. Духи твои паршивые, Свет. А вообще это нормально? Подруга уехала, ты притащилась к ее мужу, залезла к ней в койку, а теперь делаешь все возможное, чтобы я с тобой переспал. Нет. Давай так. Ты сейчас оденешься, поедешь в офис и напишешь заявление по собственному желанию. Часа презентация проекта заказчику, а никто ничего толкового предложить не может. Да, Федор Михайлович? Да, Сергей Владимирович. Ничего. Вам дали на разработку отличную, классную идею. И что? Ничего. Слишком праздничное настроение. Калинин, мы вам не мешаем, нет? Да нет, вы продолжайте, Сергей Вадимович. А вот если бы Федор Михайлович не так орал, был вообще замечательный. Одну минуту.
Может быть, у вас есть свои предложения по идее разработки проекта? Изложите. А может быть, у автора есть какие-нибудь предложения по разработке своего детища? Калинин, не надо стрелки переводить. А спрашивают, где креатив? Работа где? По-моему, эта идея была предложена так. Для галочки. Хорошо, Калинин. Может, у вас есть идея лучше? Да, есть. Не мучить людей, отпустить всех на выходные. Посмотрите, все же в стопоре, в зажиме. Ну какой тут может быть креатив? А лучше вообще какой-нибудь корпоратив в Подмосковье замутить, да? И вот увидите, на первое же совещание все придут со свежими головами и интересными идеями. Что вы себе позволяете, Калинин? Вы вообще понимаете, что вы сейчас говорите? Если честно, не очень. Но, по-моему, это лучше, чем неделями изображать работу и позволять вам так орать. Извините. Сергей Владимирович, нет одну минуту. Никто никому никаких записок передавать не будет. Твою машину видели, номера записали. Если я тебя еще раз здесь увижу, пеняй на себя. Ты меня понял? И еще одно. Это мое последнее китайское предупреждение. Я такого не ожидал. Да я сам себя не ожидал, Сергей Вадимович. Просто сегодня... Что? Сказали, что думали? Или, может, вы больше так не думаете? Да нет, я не то чтобы... Просто... Я давно уже жду от кого-нибудь из вас поступка. Своего взгляда, своей позиции. И давно ищу себе нового заместителя. Сегодня какой день недели? Вот с понедельника и приступите. С корпоративом это, конечно, вы погорячились, пока не заслужили. Но неделю обещаю ни один из департаментов не дергать. Вот через неделю мы соберемся, и вы предложите мне новые разработки, новые идеи. Договорились? Желаю удачи. Бунтарь. Важно всегда и говорить, и думать только о том, во что веришь. Скорее всего, соседей не обижать, понял? Never
love you. Провожающих просим покинуть вагон. Вы не волнуйтесь, я сразу к начальнику поезда пойду. Пусть снимет их, если будут мешать. Вы знаете, я, конечно, специалист, но, по-моему, здорово. Раньше в купе только приличные люди ездили, а сейчас... Макс, это Илюха, а ты где? В каком смысле? Ну, тут барышня твоя московская в нем моей дыры прошла. Так ты где? Слушай, Илюх, я вчера вспылил, ты это... Ну? Нет, ну, конечно, ты придурок кончен, но спор есть спор. Ну, не спорилась с тобой. Слушай, Илюх, я тебя прошу, ты задержи ее на 5 минут возле интернет-клуба. Я тут рядом. Да я не спорил, а кто тебе вчера пиво выставил? Поставлю я тебе фиво, Илюх, я тебя как другу прошу. Ага, значит, не спорил. Хорошо. Девушка. Девушка милая, хотите, я угадаю, как вас зовут? Нет, не хочу. Вас ведь зовут Аня, правильно? Оставьте меня в покое. А еще вы из Москвы замужем. А еще здесь очень симпатичные фотографы, да, Аня? Откуда вы об этом знаете? А вот теперь Ане нужно заплатить, чтобы я замолчал. Илья! Анют, не исчезай, ладно? Хорошо. Илюх, можно тебя на секундочку? На пару слов? Ты сколько денег хотел? Во-первых, я не деньги хотел, а хотел телефон, почти айфон, и фотоаппарат, почти мотоцикл. Телефон у меня украли. Да, кто все пиво вчера выставлял? Проснуться с тобой и больше не уснуть, бояться тебя обидеть, быть с тобой и видеть, грусть покинуть навсегда твой дом. Я стану. Извините. Глупый вопрос, конечно. Как вы думаете, можно сочинить песню «Замуж»? Да, можно, конечно. Вон, Пашка сегодня после концерта вообще за полчаса песню написал. С тобою рядом день и ночь, и знай, грусть покинет навсегда твой дом. Понимаешь, он мой одноклассник, и фотки твои видел. Откуда он знает о том, что я из Москвы? Номера московские. А про мужа? Не буду я, ты знаешь. Вот, а теперь правой. По струнам медленно проведи. Так. Руку расслабь. Ну, как по волосам любимой женщины. Все не так? Понятно. Спасибо. Анют, я... Я не знаю, как сказать, но... Я должен кое в чем признаться.
красиво. Да. Я мечтала этой весной попасть на море, а оказалась в Киеве. Но ведь это тоже неплохо. Да, неплохо. Просто я на море лет 6 не была. То денег не было, то времени. Исправим. Летом в Ялту махнем. А может, завтра? Завтра? Прости, а как тебя зовут? Максим. Максим? Ты Максимка? Почему Максимка? Максим Сергеевич, а что? Максим Сергеевич. МС. Слушай, а что значит СН? Тогда у гостиницы я так и не понял. Совершенно не важно. Нет, а все-таки. Сизый нос. Саляминова, московская. Или совершенно недогадливый. Совсем нет. Самое необыкновенное. Совершенно неземная. Это было просто спокойной ночи. Если ты не устала, то я могу показать тебе ночной город. Согласна? Тогда поехали. Поехали. Есенин, подъезжаем. Доброе утро. Привет. Подъезжаем уже, да? Угу. Хорошие стихи. Да. Они неплохо легли на вашу мелодию. Ну, свидимся, споешь. Пока. Спасибо. Эй, гитару забыл. А это подарок. На удачу. От будущих мегастаров. Аккорды не забудешь? Да нет, не забуду. Слушай, а давай я ее куплю у тебя. Не все можно купить, Есенин. Давай. Пока, Музе привет. Здравствуйте. Давайте я вам помогу. Да, спасибо. Вы не подскажете, в каком номере живет вот эта девушка? Понимаете, информация о наших гостях конфиденциальна. Понимаю. Так? В 41-м. Вчера в 8:15 утра уехала. Вообще уезжает рано. Самое позднее в 9. Возвращается затемно, одна всегда. Вот еще. Вчера ее какой-то парень искал. Я его здесь несколько раз фотоаппаратом засекал. Подозрительный тип. На восьмерке вишневой? Так точно он. Понятно. А сегодня рано ушла? А сегодня я ее не видел. Может быть, на экскурсию уехала. Вы на ресепшене спросите. И парня не было. Хорошо. Кстати, когда она вернется, не говорите, что я спрашивал про нее. Информация о наших гостях строго конфиденциальна. Ну что? Ты серьезно? Мечты должны сбываться. И если сделаем все грамотно и быстро, то вы еще успеете. Паспорта с собой? У меня в машине. У меня в отеле, но тут недалеко. Ну вот и прекрасно. Ну что же, вы сидите. Я быстро. Ну а мы пока с молодым человеком оформляться начнем. Добрый день.
Привет, малыш. Я так соскучился. Прости меня. Влад. Я знаю. Я забегался, закрутился, но мне эта работа нужна была только для того, чтобы у нас с тобой все хорошо было. Прости, пожалуйста. И я забывал тебе говорить об этом. Но я люблю тебя. Влад, нам нужно поговорить. Да, конечно. Я для этого приехал. Садись. Садись, садись. Анют. У меня для тебя сюрприз. Ну, во-первых, мы подружились с Максимкой. Он смышленым парнем оказался. А аллергия лечится, если курс лечения пройти. Сейчас он соседку развлекает, поэтому мы можем либо здесь остаться, либо в Москву поехать. Ну, как решишь. Хорошо? На, держи. И самое главное. Скажите, у нас есть еще время? Да, конечно. Влад. Ты только не смейся. У меня пока плохо получается. Но я обязательно научусь. Я вижу ночь, желание ночь в глазах, как в зеркалах, но ты уходишь, не сказав ни слова мне. Горит душа в огне навсегда. Не спеши прощаться. Буду я за любовь и за тебя сражаться. Он стал мне лучше, чем ты за 5 лет. И он действительно любит то, что люблю я. Кто он? Это не важно. Просто нам с ним не нужно разговаривать. Он понимает меня без слов. Понимаешь, мы с тобой всегда пытались друг друга переделать, а это неправильно. Это, оказывается, совсем не нужно. Ты не сказала, кто это? Да какая разница, кто он? Ты? Ты намного лучше. Ты умнее, ты успешнее, чем он. Но он меня не любит авансом. Он не старается меня переделать. Он не ждет, что я изменюсь, стану лучше. Он любит меня такой, какая я есть. Мне кажется, что я тоже знаю о нем все. Аня, это я. Аня, у тебя все в порядке? Мы там уже закончили, а я тебя ждал. Так значит, Максимка. Отличная работа. Некоторые снимки хоть завтра в журнал. Камеру можешь оставить себе в качестве гонорара. Хотел все объяснить. Думал, расскажу завтра в поезде. Если бы я тебе все сразу сказал, как бы ты отреагировала?
поверила бы. Ты же меня совсем не знаешь. Он думал, что ты ему изменяешь, и он нанял меня. Хотел, чтобы я за тобой следил, фотографировал, рисовал ему фотографии. Звонил каждый день раз по 100. Интересовался, как ты. Ань, ну это было вчера все. Я действительно влюбился, Ань. Обледеневшие пальцы касаются сердца в твоей груди. Я снова в сон улетаю между ладами. Меня веди. Стоим на краешке света. Предвкушение, где слепой прыжок для двоих. Влад! Ведь ты мой островок свет. Подожди! Просто помни об этом. Здесь жизнь одна на двоих. Между землей и небом цепляясь за ветер одной рукой. Я прижимаюсь все ближе, ведь жизни быть может на миг с тобой. Между землей и небом на кончиках пальцев застыла жизнь. Стоим на краешке света. Держи меня крепче. Держи, держи, держи. Обледеневшие пальцы касаются сердца в твоей груди. Я снова в сон улетаю между адом и раем. Меня веди. Стоим на краешке света, в предвкушении где-то слепой прыжок для двоих. Ведь ты мой островок света, просто помни об этом. Здесь жизнь одна на двоих. Между землей и небом на кончиках пальцев застыла жизнь. Стоим на краешке света. Держи меня крепче. Держи, держи, держи. Влад, я хочу заметить, что это уже не просто классные стихи. Только давай без листья, ладно? Ну как хитовому автору, продюсеру не польстить? Тоже мне скажут, хитовому автору. Это же просто так, хобби. Проветрился с вами и снова в бой. Влад, бросай ты свое рекламное болото. Включайся по полной. У тебя здорово тексты получаются. Может быть. Когда-нибудь. Это ближе к пенсии? Ну и о чем ты тогда будешь писать? Как тяжело ходить за хлебом с маленькой пенсией. Смешно. Ладно, шутки шутками. Влад, я тебе давно хотел спросить, у тебя в текстах прослеживается подтекст, признание, что ли? Ближе к вопросу. Да просто хотел спросить, кто она. Это теперь не имеет никакого значения. Ошибку не исправить. Мы находимся в обычном московском фотоателье. Но именно отсюда ворвался в мир большого искусства молодой фотохудожник Максим Скворцов. И завтра в малом выставочном зале Центрального дома художника откроется его первая персональная выставка. Максим, разрешите вас поздравить? Я уже видела ваши фотографии, они меня очень впечатлили. Спасибо. Скажите, а что вдохновило вас на такие тонкие чувственные работы? Фото на документы. По-моему, вы лукавите. На многих фотографиях я вижу лицо одной и той же девушки. Откройте нам тайну, кто она? Человек, который круто изменил мою жизнь. Thank you.
Девушка, можно с вами познакомиться? Влад. Вот это интуиция. Вы догадались, как меня зовут? А давайте я тоже попробую что-нибудь угадать. Вы любите пену для ванны с запахом персика. И выливаете за раз половину бутылки. И детскую зубную пасту со вкусом жвачки. Еще вы любите поваляться в кровати весь день перед телевизором. Безудержно кроша печеньем, чипсами и прочей ерундой, которую вы почему-то тоже очень любите. В детстве вы мечтали стать балериной. Потом художником. Потом милиционером. Вы любите музыку и очень любите танцевать. Я хоть что-нибудь угадал? Все. Между землей и небом цепляюсь за день одной рукой. Я прижимаюсь все ближе, без жизни быть может на миг. Прости меня. Влад, прости меня, пожалуйста. Я начал писать стихи. Говорят, неплохо получается. А у меня больше не сбегает кофе. Будь снова моей женой. Я согласна. Между землей и небом цепляюсь за ветер одной рукой. Я прижимаюсь все ближе, ведь жизни быть может на миг. Жизнь, стоим на краешке свет, держи меня крепче, держи.